Доброго дня. Сегодня у меня в репортаже. Видите, какой стульчик прикольный, декоративный. Такая утонченная работа. Ну, я не думаю, что он сильно старинный, хотя там фотографии черно-белые. Ну, видите, я не думаю, что больше 100 лет. Может быть, уже ему 20 лет, а может быть, ему и 100 лет. Не знаю, вот честно вам скажу. Потому что я думаю, вы мне за него дорого не дадите, а я его задешево не продам. Вот так можно рассмотреть. Здесь написано, расскажу я про него. Здесь написано Клит Хопперс. Было у него немножко название созвучное, я даже называть не буду. Его изменили потом, потому что на Клит Хопперс у него было созвучное, я говорю, его даже название изменили уже, когда, по-моему, в 20 веке. Расскажу я немножко про этот город. Вот, это явно сувенирная вещь. И вот такая у меня одна вещица, это я точно знаю, я ее оттер. Он был весь такой, вон, видите, черный, да? Ну, он довольно-таки легкий. Тут посеребрение у него. Ну, здесь есть надпись, чем он интересен, 1928 год. Все, я тоже про него расскажу сейчас. Это я как бы... Про ложки я не буду, про поднос этот раритетный для меня. И те тоже смотрите в других репортажах, если хотите. Ложки мне бывают разные, много всяких тоже бывает интересные. Там посеребренные тоже бывают интересные очень модели. Но это не сейчас, все сразу. Вот. Расскажу я сейчас про стул и про кубок. Ну, сам курорт уже был известен в середине 19 века, так он значительно раньше развивался. Довольно-таки известный он для англичан. Там он на побережье моря, они ездили туда, отдыхали, там довольно-таки тепло. И вот такая вот сувенирная продукция мне досталась, тоже интересная. Ну, может, ничего особенного, конечно, но прикольно. Вот знать, конечно, сколько ей лет, то было бы еще лучше. Ну, а так... Прикольная вещица. Дальше у нас следует кубок вот такой. Тоже он оттуда же, видимо, да? Здесь что написано? Как вы видите, я его оттер, он прям сразу стал серебряным смотреться. Если его еще больше оттереть, если его взять тоже полиролью натирать специальной, то я думаю, он, вот видите, тоже как оттер был. Он, ну, понимаете, вот. Стал он уже вот с одной стороны. Сзади, если переворачиваем, я тоже не стал. Для аутентичности не стал я его оттирать. Вот, весь он покрылся. Дальше расскажу, что у него тех там клейма есть. Это тоже плюс. Ну, что здесь написано? MF Boys. Ну, это мальчики, там ребята, да. Может, какая-то команда. Чемпионшип, это чемпионат. Декабрь 1928 года. Я думаю, видно. Что здесь? Liked. V, ну, это, видимо, вес. Like, легкий вес какой-то. One, там как-то... сейчас, ну... Лайк, это, сами понимаете, легкий, а это вес. Вот, Уиннер это победитель, как вы, я думаю, все знают. Это победитель. Может, какая-то команда была, может, представить победитель, может, уже в живых нет. Может, конечно же, если он живет, если ему уже лет 100, да, дай бог ему здоровья, если он живой. Вот, может, какая-то команда была среди юношей. Я сам в детстве занимался, нам тоже там различные призы давали. Вот видите, вот такой для мальчишки небольшой кубок был. Я думаю, приятно, он принес домой, да. Родители были за него довольно-таки горды и радовались, что у них мальчик ихний победитель, чемпион. Чего-либо жалко не написано, что какой вид спорта. Представляете, сколько радости мальчик этот испытал. И вот это вещи уже еще чуть-чуть, и ей будет... Ей 90 лет, вот декабрь будет в декабре 18, ну, если сами понимаете, декабрь 1928 года, то в декабре 18 ей будет 90 лет вот этой вещицы. Вот. Здесь стоит, так что понимаете, целая история. Тоже он недорогой, задешево я его не отдам, ну, а дорого мне за него не дадут, пускай стоит. Такие вещи редко бывают. Дальше у меня, по крайней мере, вот там он... Сами видите, различные гербы стоят, номера стоят. Это надпад, хороший микроскоп. Там три льва, по-моему, или что-то. А, один лев там есть, потом какой-то герб с тремя, чем не поймешь. Но это уже к специалистам какие-то еще символы. Но серебро-то точно не серебро, но на поле не серебряный, я думаю, есть. Там, видите, вмятины какие-то есть, он, видите, по краю, но здесь я его тоже оттирал, заблестел он. Вот такая вот сегодня у нас интересная. Можно еще представить, немножко пофантазировать, если
Вот представьте, мальчик был чемпионом или командой, кто-нибудь из них стал или чемпионом мира, или чемпионом Олимпийских игр. Вот знать бы, да, тогда вообще был вещь раритет. Так, следить за нашими новиночками, обновлениями. Я стараюсь что-нибудь интересное приобрести по возможности, когда случай позволяет. Смотрите еще фото, обращайтесь. Если кто-то знает какую-то больше информации, поделитесь. Мы будем рады. До новых встреч. Спасибо за просмотр.